Бухето шалом алейхем. Сегодня Таанит Эстер. Ведрат Шем начали в 5:40 утра. Тот, кто по ошибке съел, он должен продолжить свой таанит. Не имеет права сказать, что «О, я уже поел, и таанит до меня закончился». Неважно, он не знал это утром, или он потом посреди дня случайно что-то съел или выпил. Если человек забыл, что сегодня пост, и сказал благословение, и потом, перед тем, как попробовал что-то, вспомнил, что сегодня пост, должен то, что он благословил, пригубить. Потому что запрет произносить имя Всевышнего зря очень строгий, поэтому так ему сказал благословение, должен попробовать, но проглатывать то, что он благословил, не имеет права. Сегодня, Бедрат Ашем, вечером у нас 6:30 минха, есть Сефер Тора, так как сегодня пост, после этого, Бедрат Ашем, 7 часов в Арави, и после этого чтение Мегилат Эстер. Все обязаны читать сегодня Мегилат Эстер, и сегодня вечером, и завтра утром, и мужчины, и женщины, и дети, которые могут себя правильно и спокойно вести себя в синагоге, мицва, как мы сказали, давать подарки бедным, минимум по 5, по 10 долларов на человека. Тот, кто может больше, сегодня в Израиле очень тяжелое положение. Бедрат Ашем, мы прямо на Пурим там им передадим, Талмидей Хахамим. И так Аллаха говорит, что первая категория – это те, которые сидят, изучают Тору в бедности, в тяжеле, и они на воде и хлебе живут, и это хотят им и то в Израиле урезать. Поэтому кто может, сколько может, Бедрат Ашем помочь, это мицва на Пурим, на Песах, большие расходы, чтобы Бедрат Ашем у них был праздничный, радостный Пурим и Песах, Махацита Шекель, Зехеле Махацита Шекель. Мы сказали тоже не забыть Судат Пурим, Мишлоах Манот, как мы сами говорили, сейчас мы готовим Мишлоах Манот. Желательно одному из своих родственников послать мясное послание. У нас было обычай сделать самусы пурьёи. Поэтому и желательно, если человек может завернуть это красиво в отдельную обвертку, и второе что-то дать ему в отдельной обвертке, что идеальная мицва, два вида пищи красиво упакованные с красивым представлением, отправить хотя бы так, как надо, одному человеку. А миру сказать, да? Завтра. Сегодня готовимся, завтра. Все мицвот праздника Пурим исполняются в Пурим днем. Кроме чтения Мегилат Эстер, которое делается и вечером, и днем. Завтра утром, а сколько будем делать? Приблизительно. Мегилат Эстер примерно 7:15. Плюс-минус 5 минут, 5-10 минут. Это будет в 9 утра, да? Второе завтра будет в 9 утра. Шахарит завтра, как обычно, 6:15, Бедрат Ашем. После этого Сефер Тора и чтение Мегилат Эстер. Все мицвот Пурима, как мы с вами несколько раз говорили, именно в день Пурима. И Матанот Левионим, подарки бедным, подарки своим друзьям. Трапеза на Пурим и Мегилат Эстер вечером и утром. Завтра нет Сефер Тора. Завтра тоже есть Сефер Тора. Бедрат Ашем, чтобы у нас был радостный и праздничный Пурим. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.